Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня приехал в район Каркаджак, нашел очень хороший вариант 2+1 с большой именно квадратурой. Отличный вид отсюда, сами оцените. Смотрит эта квартира напрямую на море и на крепость Алани. Также видна равнина с этой стороны. Быстренько сниму и подытожу итог о этой квартире. Значит, дорогие зрители, сейчас вроде есть влажность, там у нас море, с той стороны крепость Алани, и вот такой вид на равнину, на лес, на банановые плантации. Здесь огромная терраса, хочу вам показать, вот такая терраса, 30-35 квадратных метров, не меньше. Отсюда она начинается и продолжается в ту сторону. Здесь также можно сделать себе, поставить какой-то бассейн надувной или полуфабричный из какого-то материала, который делается. Вот такая здесь терраса с видом на Алани, дорогие зрители. Квартира типа вилла. Можете здесь установить себе бассейн. Пройдемся мы в квартиру. Есть маленький бассейн снаружи из инфраструктуры. Потом покажу. Вот такая просторная спальня. Сама квартира минимум 125 квадратных метров. Здесь вот такой санузел с душевой кабинкой. Значит, здесь у нас система комби, встроен шкаф снизу, первый санузел главный, вот такой просторный, с душевой кабинкой. Здесь у нас дополнительная спальня, вот такая тоже не маленькая, и гостиная, совмещенная с кухней. Вот такая просторная гостиная комната, дорогие зрители. Здесь как бы она совмещенная с кухней, но кухню можно отделить. Вот наша кухня, почти отделенная, можно даже закрыть полностью. Ну, думаю, что не нужно. Так более-менее нормально. Нужно потратиться на ремонт где-то 500 евро. Также отсюда вид на море, на эту равнину. Сами оцените, дорогие зрители. Значит, покажу я кухню. Столешница мрамор. Шкафы уже установлены. Просто легкий ремонт требуется. Нужно купить мебель, обставить и переехать жить. Здесь вот такая часть прихожей, встроенный шкаф. Также встроенный шкаф присутствует с левой стороны от меня. Пройдемтесь мы к входу этой квартиры. Вот такой прямой вход здесь. Так, открытая парковка снаружи, вот такая дорога асфальтированная, и бассейн в той стороне от меня. Ну, как я сказал, уже можете на балконе сделать какой-то портативный бассейн, если не хотите выходить из квартиры. Вот такой бассейн, дорогие зрители. Дорогие зрители, хочу подвести итог о этой квартире. 2+1, трехкомнатная квартира. Находится на расстоянии от моря 3 километра максимум. Поблизости приблизительно 700 метров у нас расположен магазин, маркеты там.
Вид вы с квартиры увидели, 125 квадратных метров сама квартира, терраса 30-35 квадратных метров как минимум. Вам нужно потратить на ремонт 500 евро, купить и обставить ее. Где-то обойдется вам эта квартира, чтобы обставить, 3000-5000 евро максимум. Цена этой квартиры 60 тысяч евро, дорогие зрители. Если вам понравилась эта квартира, этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если вы все еще не подписались. Комментируйте, нам это очень важно, ваше мышление, ваше мнение о этой квартире. Мы можем найти любой вариант по вашим критериям. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем желаю радости, здоровья, благополучия, позитива в жизни и побольше денег.